Першочерговим завданням для новообраних депутатів має стати обрання уряду. Про це заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко на своєму YouTube-каналі. За словами політика, без цього неможливо вирішити нагальні проблеми Україні. Старое правительство надо менять, это понятно всем, потому что оно, как и парламент предыдущего состава, оно принесло очень много беды для страны. И проблемы, которые оно создало, вот это тяжелое наследие, оно оставило во всех отраслях. Что касается нового правительства, то понятно, что мы будем претендовать на то, чтобы оно было профессионально, потому что мы насмотрелись на этих всех варягов, которых собирали по всему миру, свозили сюда. Они там понабивали себе карманы, какие-то сделали цветные презентации и поубегали. И оставили проблемы, которые сегодня придется разгребать. Поэтому надеемся, что будут учтены ошибки, которые уничтожили авторитет и предыдущего парламента, и предыдущего правительства, а самое главное, создали кучу проблем в стране.